А я вот, представьте, всю жизнь гордился своим делом. И отец моим гордился, и дед. Ну, другие богатством гордились или знатностью. А мы – профессией. А что это за профессия? Родину защищать. Есть такая профессия, взводный. Офицеры, офицеры, мы по зову сердца выбрали свой путь. Это путь отваги, мужества и веры, и с него уже вовеки не свернуть. Но дорога жизни эта непростая, у барьера смерти первыми стоять. Потому что есть профессия такая, нашу родину святую защищать. Офицеры, офицеры, мы за родину стоим. Офицеры, офицеры, наш любимый кинофильм. Родится у тебя коса. Да погоди, сглази. А что, девка тоже хорошо, она тебе казака родит. Да понимаешь, имя уже есть, Георгий. Егор, в честь нашего Камеска. Завещание командира эскадрона в светлой памяти надолго сохранив. Мы носили офицерские погоны, своей чести никогда не уронив. Всем известна наша сила вековая, ни за что врагов России не прощать. Потому что есть профессия такая, нашу родину святую защищать. Офицеры, офицеры, мы за родину стоим. Офицеры, офицеры, наш любимый кинофильм. Алексей Трофимов и Иван Варавва, и любовь, как офицерская жена. Эти образы сошли с киноэкрана и на долгие остались времена. И полвека кинолента боевая заставляет наши души трепетать. Потому что есть профессия такая, нашу родину святую защищать. Офицеры, офицеры, мы за родину стоим. Офицеры, офицеры, наш любимый кинофильм. Офицеры, офицеры, мы за родину стоим. Офицеры, офицеры, наш любимый кинофильм. Благодарю за наслаждение, за грусть, за милые мучения, за шум, за бури, за пиры. За все твои дары благодарю тебя. Вот и все.